Всем привет, это 16 серия пути Тубера на Блэк Раша. Сегодня будем выполнять Блэк Пасс и заниматься перекупом. Вот первая хорошая новость. Я нашел покупателя в 90. Человек берет машину для себя. Хорошо, что это не перекуп. И хорошо, что я нашел, то она будет только одни перекупы. Ну, жалко продавать как-то, но бега для нее слишком много. Что по поводу Блэк Пасса? По Блэк Пассу я решил забить, потому что задания слишком долгие и невыгодные. Тут я вас чуть-чуть обманул. Ну, а я включусь, когда подъеду к ГБУ. И продаю эту легенду за 11 лямов 111 тысяч, чтобы покрыть комиссию. Человек оказался хорошим и забирает себе эту тачку. Ну, если он сейчас сбьет. И вот она, продаем ему за 11 лямов. Сейчас еще раз, блин, проверю. Ну да, вроде все верно, нажимаем продать. Все, машина улетела, желаю удачи игроку. Короче, продаю скин бомжихи с фингалом за 130к. Цена очень хорошая, вообще их продают за 7-60, а тут я их продал за 130. Она мне не нужна, и в принципе я на конты никуда не езжу. Еще этот же чел подвозит меня до БУ бесплатно. Все, в БУ, давайте глянем, что у нас тут есть. Тут один чел с нашей фамы добавляет мне денег, зачем, я не знаю. Ну ладно. Банан за 11.4 мы договорились. 5 слительно с противом. Банан наш, правда, круто. Так, новый день, новые возможности, как говорится. Сегодня у нас вышло обновление, добавили и ингент новый. Скин нового интеллигента, чье имя нельзя произносить в Российской Федерации. Вот он, кстати, вот вы видите перед ним. Кто не видел, смотрите новый клип. Это ни в коем случае не реклама, а просто говорю, смотрите реакции там, я тоже смотрел реакции. Короче, вот у нас машина наша. Одна есть, сейчас мы поедем в низкий класс ее забирать и продолжать будем. Сегодня, кстати, Блэк Пасс будем делать, вот он. Вот мы приехали к банану, и посмотрите, какой же он сочный, какой же он красивый, просто соска. Вон, посмотрите, сделал пару красивых кадров с бананом. Кстати, покупку мою и мой выбор можете оценить в комментариях. Вот, как вам банан вообще нравится? Я все комментарии вижу, все комментарии читаю. Короче, заговорился я, блин. Кстати, когда я купил, я не снял, что в багажнике, опа, а в багажнике у нас 6 ремок и один скин бомжа. Я могу понять прошлого владельца, поскольку банан этот тяжело им управлять. Вот, почему недостаточно места на творе. Ну, хотя бы одну ремку можно забрать. Так, случился какой-то баг. Короче, сейчас пойдем в магаз начать выполнять Блэк Пасс. Первое задание следователей, как мы уже сюда ехали, мы его уже выполнили. Еще одно из заданий нам нужно выполнить обмен с одним из игроков. Все, я обменялся, а еще подарил 2 рубля челу. Все, задание меняемся, выполнено. Забираем легкие деньги, а именно это 2000 рублей. И у нас почти выполнен уровень Блэк Пасса. Еще одно легкое задание, подарите букет любому противоположному полу. Девочку найти будет сложно, поскольку чаще всего это мальчики, а если подарю мальчику, то задание не засчитается. Только сейчас вспомнил то, что банан-то припарковать нужно. У нас тут сюрприз. Оказывается, наши ребята заняли первое место в семейном сражении, и каждый получил по 60 тысяч рублей. Очень классно. Так, и банан мы припарковали, и можно ехать по делам. А вот, кстати, мой клиент Евгений Самурай, вы его неоднократно видели в моих роликах. Короче, меня крашнуло череп по 500, по 600, не вижу смысла продолжать серию, еще раз заходить, и такая же херня произойдет. В общем, на этом все. Если вам понравилось этот ролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.